Да, действительно, факт случился, но я не хочу сказать, что по всему городу. Частично, да, разметка была смыта, но это из-за некоторых факторов, это интенсивное движение и погодные условия. Мы обратились к данному предприятию, чтобы они в рамках гарантийного ремонта разметку частично это восстановили. Но погодные условия сложились так, что не успели. Поэтому у нас только при наступлении благоприятных температур все будет приведено в соответствие. Нет, вопрос, Юрий Степанович, был... За счет средств данного подрядчика. Так, у нас какие-то гарантии есть, что это случится, а СМЭП снова с нас денег не возьмет? И с ними снова мы не заключим договор? Ну, у нас есть это протокольно, во-первых. И я думаю, что СМЭП никуда не денется, выполнит свои гарантийные обязательства. Ну, проконтролируем. Потому что действительно смотришь иногда, когда делают разметку на улице, идет дождь и начинают что-то делать. Поэтому это наша общая работа, чтобы деньги, которые мы выделяем, они использовались по назначению.